Строительство очистных сооружений, качество питьевой воды, полигоны для мусора. Эти и другие вопросы обсудили во время публичных слушаний Управления Росприроднадзора Якутии в Усть-Нере. О чем говорили и как слушание оценила общественность, расскажет Светлана Поцелуева. В Усть-Нере на хорошем организационном уровне проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления Росприроднадзора по Республике Саха-Якутия. Как отмечали многие слушатели, промышленники и руководители бюджетных организаций, темы докладов актуальны и своевременны. Кроме того, обсуждались злободневные, десятилетиями нерешаемые в районе вопросы. Необходимость строительства очистных сооружений, качество питьевой воды, содержание, а главное регистрация полигонов для размещения бытовых отходов. Проблемные вопросы есть в части очистных сооружений, питьевой воды, отходов. Это самые такие животрепещущие вопросы. Мы эти вопросы возьмем на контроль. Совместно с Министерством охраны природы будем эти вопросы продвигать тогда. Какие вопросы специфические, можно сказать, мы на сайте выложим это все. Вторая цель у нас это, завтра начинается у нас плановая проверка УАО «Саралак-Сурьма». Они стоят в плане с 12 июня. Тут, наверное, его и видели представители Ростехнадзора, приехали тоже проверять планово. И Росрыболовство. В купе будем все проверять. Практика проведения выездных публичных обсуждений совместно с плановыми проверками дает хороший результат и, вероятно, будет продолжаться. Светлана Поцелуева, Артур Старостин, НВК Саха, Усть-Нера.